Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня проведем мастер-класс на ткацком станке. Я покажу, как соткать салфетку. Салфетка может также быть и использована как подставка под горячее. Такое, да, это как образец я вам показываю. И вот такое вот. Вот это мы делаем на нашем кружке. Я буду использовать ткани, джинсовые полоски тканей разного цвета и разной толщины. Полоски кожи тоже разного цвета и разной толщины. Палочки, вот такие вот палочки, тоже разного цвета. Основной у нас материал, основная нитка, материал, который будет использована, это шпагат. Вот джутовый шпагат. Продается он в любом хозяйственном магазине. Я уже начала, закрепила основу, заткала ленту и проткала хлопчатой бумажной ниткой начало нашей салфетки. Станок ткацкий — это у нас прообраз русского станка. Два ремизочных ряда, и здесь у нас идет полотняное переплетение. То есть мы нажимаем на первый ряд, поднимается первый ряд. У меня в руках челнок. Вот эта основная наша нитка, которая будет использована в нашей салфетке. Шпагат. Джутовый шпагат. Это мы начинаем уже ткать. Один. Закрепили, перевели. Два. Сейчас я закрепляю кончики, чтобы это у нас было все красиво, все аккуратно. Так, максимально стараемся прижимать сюда челнок ближе к бёрдо. Здесь мы сразу должны, так как у нас это салфетка, мы должны тщательно, не торопясь, откорректировать края в самом начале, чтобы края у нас были ровные. Значит, двоечку я перевела, опять единичку поднимаю. Единичку мы затыкаем. Так, значит, не забываем, что это у нас салфетка. Салфетка. Так, единицу. Сейчас у нас двойка. На двойке. Значит, на двойку мы можем использовать, уже положить палочку. Берется палочка, и так же, как и челнок, она просто вставляется. Вставляется. Ручками так немножко мы зажимаем это все. Перевели, и мы должны закрепить, чтобы эта палочка, чтобы она не выскочила. Перевели на единичку. Опять мы смотрим, опять же, края. Закрепили.